смотрите, это честный расчет. Честный расчет. Черная линия – это Земля, голубая линия – это орбита Луны. Ну, вы видите, это кусок на орбиты, потому что Солнце там где-то далеко. Давайте, чтобы их различить, вот увеличим масштаб. Вот как Луна стелется вдоль орбиты Земли. Практически повторяет орбиту Земли и всегда выгнута в сторону Солнца. Потому что Солнце вдвое сильнее притягивает Луну, чем Земля. Она меняется, но она всегда остается кривизной в сторону Солнца. Ну, не знаю, во сколько раз вам надо увеличить? Да нет, ну все видно, понятно. Она всегда... Это честный расчет, просто на компьютере все.